год гонка в Детройте началась. Бранденберг сразу же вырвался вперед. И проблемы! Машина разбита. От ее обломков пострадало еще несколько болидов. Санта увяз в трафике. Он не может прорваться. Дамы и господа, на трассе желтые флаги. Сейчас обломки машин уберут с дорожного полотна. Джо Танто в боксах. У него поврежден передний спойлер. И что с Танто? Танто из игры выбыл. Забудь про Танто. Понял. Очень жаль. Дамы и господа, до зеленого флага остался всего один круг. Пошел, ну скорей! Быстрый пит-стоп у команды Nextel. Однако после столь неприятного инцидента Танто окажется на последнем месте позади своего партнера по команде Джимми Блайер. Ну, Джимми, что скажешь? Ситуация паршивая. Мы все равно прорвемся. Думаешь? Главное, не расслабляться и держаться рядом. Отлично. Тогда зайдем. Есть зеленый флаг. Справа, ты слева. Потрясающая командная тактика в исполнении Блайера и Танто. Эй, Джо, для старика неплохо. Дальше каждый за себя. Эй, не так быстро. Каждый хочет быть первым. Что вы такое творите? Пропусти его. Порядок, малыш, меня не бойся. С чего мне бояться такого старика? Карл, пусть Джо едет, как хочет. Спасибо, малыш, я отвинил. Обходим в повороте. Они обходят еще одну машину. Несмотря на личную борьбу, они прорываются все дальше. Осталось 78 кругов. Обходи меня слева, Джо. И Блай вдвоем проходят всех конкурентов. Они демонстрируют невероятное вождение. Ты что, не вздумай останавливаться. Останавливаться? А кто останавливает? Осталось 50 кругов. Половина дистанции уже позади. Джо, постарайся не отстать. Ты еще здесь, Джо? Спасибо, что спросил. Я еще здесь. Я потрясен. Борьба за чемпионское звание в самом разгаре.